Приветствую вас, друзья мои, с вами на связи Александр, я гитарист, репетитор гитары, аранжировщик, композитор. Хочу выразить вам благодарность за то, что вы проявили интерес и выделили время из своего рабочего графика для того, чтобы посетить эту страничку и посмотреть это видео. Начать его я хочу с вопроса, бывала ли у вас такая ситуация, когда вы очень хотите сыграть на гитаре какую-либо мелодию или песню, которая вам очень сильно нравится, но не знаете, с чего начать. И, как правило, первым делом вы идете в интернет, начинаете его серфить, искать через различные социальные сети, может быть, на YouTube, в поисковике, видеоразбор, например. Не находите видеоразбор, тогда вы пытаетесь найти табулатуру. Ищите, не находите. Или, может быть, нет такого варианта, который именно вам подходит. У вас уже начинают опускаться руки. У вас остается еще два варианта. Первый вариант – это купить платную табулатуру, которая, опять-таки, не факт, что присутствует на просторах интернета. И даже если вы приобретете, возможно, уровень исполнительского мастерства не позволит вам исполнить сложные пассажи в этой композиции. Ну и еще вариант, последний остается, это заказать у практикующего аранжировщика какое-либо переложение и, соответственно, потом уже оплатить и сыграть после того, как он вышлет вам эту мелодию. Но у вас уже может запал пройти, или если вы пытались, ничего не нашли, все, так эта мелодия у вас и остается в мечтах, и вы никогда ее не сыграете на гитаре. Это такой путь, который проходит практически каждый гитарист, который хочет сыграть ту или иную мелодию. Но у вас есть еще один волшебный путь, когда вы самостоятельно берете гитару и исполняете любую песню и композицию, которая нравится именно вам и именно на том техническом уровне, которым вы владеете на данный момент. Это называется умение делать аранжировки или переложения для гитары. Есть определенные навыки, которыми вполне можно овладеть на любом уровне изучения инструмента и, соответственно, сыграть полюбившуюся вам мелодию. Вы же понимаете, что одну и ту же мелодию можно сыграть в простом варианте, в более сложном, в профессиональном. Так вот, никто вас не сдерживает, чтобы сыграть мелодию именно в том варианте, который подходит именно вам. И вы представляете, какое огромное удовольствие вы будете испытывать от того, что вам не нужно тратить время на поиски различных видеоразборов, на поиски табулатур, на покупку этих табулатур, на заказ у аранжировщиков, ожидания. И многие даже не находят, мы с вами отмечали, вот ни один из этих вариантов, у них опускаются руки и мечта уходит куда-нибудь на задворки. Сегодня я хочу предложить вам свой обучающий видеокурс, который записан в виде тренинга, который направлен на овладение этим искусством, умение аранжировать произведения на гитаре. Вместе с вами в течение 4 с лишним часов мы с вами будем работать над тем, каким образом можно из любой песни сделать конфетку так, чтобы она красиво звучала именно в исполнении на 6-струнной гитаре. Более того, в качестве бонуса именно для вас я хочу еще предложить дополнительно отдельный свой курс, который отдельно продается, но вам он будет в качестве подарка. Этот курс по сочинению музыки. Представляете, у вас вертится какая-нибудь мелодия, и вы взяли эту мелодию, сыграли самостоятельно на гитаре. И звучит это все так красиво, что слушатели удивляются, восхищаются вашими талантами, вашими умениями. Более того, вот этот навык сочинения музыки, он может пригодиться вам и во время аранжировок, когда вы будете делать какие-либо переложения. Потому что иногда можно ставить красивый проигрыш, какую-либо вставочку. И вот здесь как раз-таки композиторские навыки очень сильно пригодятся. И в качестве того, чтобы подкрепить свои слова, я под этим видео приложу парочку, может быть, тройку, может быть, 4 переложения своих, которые я сделал на различного жанра мелодии. Вы послушаете, и если вам действительно хочется таким же образом научиться играть на гитаре, то прям сразу, пока действует для вас эта акция, приобретайте обучающий тренинг, курс по созданию аранжировок на гитаре, и мы с вами увидимся уже непосредственно на самих этих видеоуроках. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока.